Вот сегодня открыла лоджию, она у меня застекленная. Вы посмотрите, какой ветерок гуляет по шторочкам. Это с лоджии дует ветерок. Красота какая, да? Красота какая. На лоджии у меня плюс 30, ребят. Ну, кошечка моя попробовала лапками полы на балконе и убежала. Поняла, что холодно. Опустел мой балкон, ничего у меня нет здесь, ни одного цветочка, все я убрала в дом, в квартиру, вот, холодно там, холодно, холодно-холодно на балкончике. Но за счет этого балкона мы вот проветриваем квартиру так вот хорошо, обновляется воздух, да, на балконе где-то такие вот тоже щелочки в окошках, у нас же деревянные рамы. Вот чисто деревянные рамы. И воздух проникает естественным путем. Вот такая у нас красота. Кто-то пишет, помой окна. Я окна помыла внутри. А снаружи я окна помою, когда будет тепло весной. А может быть сейчас помою, как потеплеет. Скорее всего сейчас, конечно, не буду весны ждать. Вот. Не хочется болеть, простушиваться из-за окон. Сколько случаев рассказывают, помыла окна и заболела. В мой план это не входит, ребят. Да, я все окна помыла перед зимой, а вот на лоджии я помыла только внутри пока. Ничего, не переживаем как-то. Живем спокойно. Не это главное в жизни, честно вам скажу. Не это главное. Да. Вот, не садилась я за пианино уже 1000 лет. Надо как-то сесть. Поиграть, пробежать по клавишам рукой, а то и двумя. Это я снимаю одной рукой, играю, вторая мне держит мобильный телефон. Вот, вот такая красота у меня. Вот. Так что всем желаю цветочки дома заводить, разводить. Вот, всего 67 рублей вот такой один стоит кустик. Вот я купила. Вы можете один купить, вы можете два, три. Кому как позволяют ваши средства, финансы ваши. И вот такая вас красота ожидает. Уже месяца два они у меня, наверное, дома цветут, благоухают. Я уже даже не помню, когда их покупала, честно говоря. Знаю, что осенью, а вот когда я их привезла домой. Это по видео моим будет видно. Вот все сухие веточки обламываю, такие уже отцветшие. Такие листики вот. Но этот пока пусть еще он красивый. Жалко мне его обламывать. Он создает такую композицию. И пусть пока будет, пусть украшение букета этого. Вот. Ой, такое солнце. Дивно, дивно. Прямо солнечный день такой красивый. Всем хорошего настроения, прекрасного вторника. Добрых дел, добрых людей на встрече во след глядящих и за спиной говорящих. С вами была ваша Леночка Желанкина, город Брянск. До новых встреч!